Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю потрясающий сливовый пирог. Начинаем! Итак, прежде всего я приготовлю тесто. К маслу комнатной температуры я добавляю сахар, щепотку соли, яйца разделяю на белки и желтки. Желтки добавляю в тесто, а белки уберу пока что в холодильник. Добавляю муку и замешиваю тесто. Буквально пару минут, и тесто готово. Вот оно такое немного рассыпчатое получается. На дно разъемной формы укладываю тесто и формирую дно и бортики. Основу пирога я сформировала, теперь накалываю вилкой. И теперь необходимо положить на тесто какой-либо груз, так как при выпекании он начнет деформироваться и у нас не получится вот такой вот бортик. Можно положить пекарскую бумагу и насыпать горох или фасоль. А у меня есть вот такая же разъемная форма. Я укладываю ее сверху и в таком виде буду выпекать. Итак, отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, чтобы он слегка подзолотился. И пока выпекается основа пирога, я подготовлю начинку. Сливы я хорошо промыла, удаляю из них косточку и нарежу на небольшие кусочки. Также их можно превратить в пюре, но это уже по желанию. Мне нравится, когда в начинке именно присутствуют кусочки фруктов. Слива подготовлена, и теперь в нее необходимо добавить сахар. Но сахар здесь, конечно же, смотрите по тому, какая у вас слива. Потому что есть сливы очень сладкие, медовые, и в них, в общем-то, сахар можно и не добавлять, и тем самым уменьшить калорийность пирога. Но у меня слива достаточно кислая, поэтому я добавляю в нее сахар и крахмал. Хорошо все размешиваю. И начинка готова. Также к сливовым пирогам очень хорошо подходит корица. Если вы любите, можете немного добавить. Я же сегодня готовлю без корицы. Теперь к белкам я добавляю щепотку соли и начинаю взбивать. Когда белки побелели, начинаю медленно вводить сахар, продолжая взбивать. И белковая масса готова. Корж тем временем подпекся. Выкладываю на него начинку и аккуратно распределяю белковую массу. Теперь пирог возвращаю в духовку. Белок должен стать приятного розоватого оттенка. Пирог готов. Даю ему остыть прямо в форме и только затем буду вынимать и разрезать. В этот пирог невозможно не влюбиться. Вкусное песочное тесто, сочная ароматная начинка и нежное хрустящее безе. Настоящее осеннее лакомство. Очень советую попробовать вам этот рецепт и приятного всем аппетита!